Сынок, мы с папой пошли в магазин. Хорошо, мам. Пойду возьму книжку. Что это там такое за шкафом? А господи, в ящик трупы, неужели мои родители убийцы? Нет, не верю, не может такого быть. Сынок, мы забыли деньги. Сынок, нет, это не то, о чем ты думаешь, стой, дай все объяснить. Простите, но мне надо уйти. Мам, пап, вы дома? Я вернулся. Мам, пап, есть кто дома? Эх, походу никого нету. Странно, ладно, пойду обратно. Сынок, неужели, дай нам объяснить, что произошло год назад. Пока ты был в школе, к нам домой ворвались бандиты. Они были слабы, но мы сильно испугались и убили их. И нам пришлось спрятать их за шкафом, чтобы нас не посадили, прости нас, пожалуйста. Конечно, прощаю, и вы меня простите, что не дослушал вас тогда.